Тема моей проповеди сегодня. Днес темата на моята проповед. Църковь Иисуса Христа – это лестница в небо. Църквата на Исус Христос – това е стълба към небето. Первое место, которое хочу сегодня открыть, написано в книге Бытие, 28 глава, с 10 стиха. Ето, първото, на което ще се спрем, ето вече излиза на... Да, немножко попозже выйдет. Книга Бытие, 28 глава, с 10 по 17 стих. Уже есть на проекторе перевод на болгарский. Очакваме българския превод на мултимедията. Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился ото сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал. И 17 стих. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. Аминь. Аминь, да кажем всички. Яков провозгласил буквально, то место, где он увидел лестницу Господню, это, говорит, не что иное, как дом Божий. Да, и както се вижда от словото, че Яков каза, всъщност Господ каза, че това е стълбата към небето, точно на това място, на където беше Яков заспал. Так и нам надо утвердиться в том сверхъестественном знании, что Церковь Божия – это там, где лестница восходит прямо в небо. И всъщност можем да кажем, че така може би преобразно, че там, където е стълбата към небето, там е свръхъестествената църква. И вы знаете, я был в Бургасе, и я увидел такое видение. Аз бях в Бургас и видях едно видение. Я увидел, что церковь представляет собой лестницу. И видях в това видение, че самата стълба е нещо, което е свръхъестествено и изразява самата църква. Мы выстраиваем через наши взаимоотношения с Богом и друг с другом такую особенную лестницу. Сейчас я объясню. И нашите самите взаимоотношения един с друг приличат на тази стълба, която върви към небето. Я хотел попросить вот картинку Оксана, вот, которую тебе сбрасывала, лестница в небо. Хайде да видим сега тази, образно да видим тази стълба, какво представлява към небето. Можно немножко ее увеличить в размере? Да увеличим малко време за увеличение да имаме. Такую гравюру я видел в одном монастыре в Болгарии. Такъв един рисунок под формата на гравюра аз самият видях в една църква или монастир. Монастырь. В един монастир. Български монастир. И здесь вот мы можем видеть такую лестницу, да? Ето по... тук можем да видим тази стълба. И по ней поднимаются люди. И по тази стълба виждаме вървят нагоре. Подем нагоре от хората, които вървят по нея. С одной стороны, вот с левой стороны ангелы помогают молиться за людей. От една страна са ангелите, които се молят и помагат същевременно. А с другой стороны бесы специальными такими крючками дергают и сбрасывают людей прямо туда, в пекло. А от другата страна са демоните, бесовете, които с всякакви средства гледат да
отмъкнат хората от тази църква. Здесь в верхнем углу людей ждет Господь Иисус Христос. И към края, там във ъгъла, да, здесь. Да, е самият Иисус Христос. Конечно, это духовный прообраз. Разбира се, че това е един духовен преобраз. Можно эту картинку оставить, не убирайте ее, пожалуйста. Не прибирайте картинката, нека да остане она на еще нам будет екрана. Нужна. Она еще будет нужна, необходима. Тя ще бъде още нужна, ще работим върху нея. И я увидел о том, что лестница – это наши взаимоотношения. И аз виждам и разбирам, че всъщност тази стълба са нашите взаимоотношения. Что есть вертикальные взаимоотношения, есть горизонтальные взаимоотношения. Има както вертикални, така и хоризонтални взаимоотношения. И в църкви есть много служений, такие многоразличные. И в църквата, както обикновено, има много служения. Ну, например, есть група прославления, да? Хвала, хор. Например, да споменем едно от тях, ами групата за хваление. Я смотрю, вот как Людмила Пустошила, как лидер прославления, как она трудится, как она старается, как она и посвящает себя. И ето нашата Людмила Пустошило, която отговаря за хвалението, виждаме колко изтрува това като труд, като време, като посвещение. Андрей, Альбина, Оксана, как они сегодня старались, Андрей, правда? Андрей, Альбина, Оксана, колко много труд полагат тези хора. Давайте мы им похлопаем немножко. Айде сега да им, да ги приветстваме. Потому что это реально труд. Защото това е един реален и труд необикновен. Что они делают? Какво те правят? Они выстраивают для церкви лестницу. Ами те построяват една стълба към небето. Они буквально вводят нас в състояние поклонения, хвали. Да, тяхният труд е какво? Това е да ни водят в хваление, поклонение. А Библия говорит о том, что на нашей хвале Бог строит свой престол. И на точно такова едно хваление, какво е написано в Словото, че Бог построява своя трон. Трон, да. Ну, я думаю, что вы переживаете, многие из вас, о том, что во время хвалы мы возносимся, правда? Ну, наша душа возносится, наш дух поднимается к небу, Богу. И как-то обыкновенно, ние самите знаем, уверены сме в това, че когато хвалим Бога, ние така се възнасяме към небето, т.е. по стълбата. И я могу о себе засвидетельствовать. Аз лично за себе си мога да свидетелствам следното. Мое служение в Слове. Моето служение е в Словото. Я пастор церкви, которая имеет учительское помазание. Аз принадлежа към църква, която има учителско помазание. И меня приглашают в разные церкви, где я езжу и проповедую. И мен ме канят в много църкви да проповядвам. И я заметил по своей жизни, что чем чаще и больше я проповедую, и забелязах, че колкото по-често и повечко проповядвам, тем больше меня это приближает к Богу. И това от своя страна ме приближава все по-близо и по-близо към Бога. Это возносит мою душу. Това именно възнася моята душа. Мой дух, он исполняется Духом Святым. А моя дух вече той се преизпълва, изобилно се преизпълва със Святия Дух. И я верю в то, что это служение помогает и Церкви Божией возноситься также. Ами това вече от мен върви върху църквата. Самата църква също се чувства така. То есть, когда приходит Божие помазанное Слово, учение... Когато дойде помазаното Божие Слово, както и учението съответно... Вся Церковь получает наставление, помазание, Святой Дух. Цялата църква получава наставление, помазание и се изпълва със Святия Дух. И мы выходим из Церкви окрилённые. И когато излизаме от църквата, как се чувстваме? Ами окрилени! И еще одно служение, очень важное в церкви, это молитвенное служение. И другото важно служение в церквата, това е молитвенното служение. Ну, у нас молитвенное служение, они проходят по вторникам, по четвергам. Ние имаме и во вторник, и в четвъртък такова служение в църквата. В воскресенье с часу, мы целый час молимся. А от 1 часа до почването на службата ние се молим, също има молитвено служение. Но Библия нас призывает к тому, чтобы мы постоянно молились.
Но какво казва Библията? Нека това молитва ни, това молене да бъде непрекъснато. Желание Бога, чтобы мы имели с Ним непрестанное общение. Да, защото желанието на Бога е да имаме така непрерывно, непрестанна връзка с Него. Молитва – это общение с Богом. Молитвата, какво е това? Ами общение с Бога. И вы знаете, немножко я объясню, что такое горизонтальное и вертикальное отношение. Хайде сега малко да побеседвам, искам да ви обясня какво представлява това както вертикално, така и хоризонтално взаимоотношение. Что представляет Церковь Иисус Христа как лестница? И какво е това църквата да прилича на стълба и да се движи към Исус Христос? Например, хвала, прославление. Мы можем, например, хвалението, прославата Божия. Мы можем прославлять Бога, петь Богу и дома. Ние можем да хвалим и да прославяме Господа и вкъщи. Я думаю, что когда я, например, пою в душе, например, когато аз пея под душа и слышу только Бог, и там се чува само Бог чува. У меня развивается вертикальное взаимоотношение с Богом. Ето това е вертикалното взаимоотношение. И Богу это нравится. И това се харесва на Бога. Но когда мы поем в церкви в Божией вместе, поклоняемся. Но когато сме в църквата, така заедно, както сме сега, развивается горизонтальное взаимоотношение. Развива се хоризонталното взаимоотношение. Мы сближаемся. И ние се приближаваме. У нас развивается одна душа. И ставаме като една душа, и тази душа се развива. Мы научаемся двигаться в одном духе, в одном помазании. И се учим по този начин да се издигаме в един дух. То же самое со Словом Божьим. Същото става и със Словото Божие. Библия говорит о том, что мы все имеем помазание, и так что не имеем нужды, чтобы кто нас учил. И какво казва Библията, че когато има помазание, не е нужно някой да ни учи на това. Ты можешь читать Библию дома, где-нибудь в тайной комнате. Ти можеш да четеш Библията си вкъщи, в тайната стаечка. И это хорошо. И това е добре. Самостоятельное исследование Священного Писания. Что может да быть лучше? Да изследваш самостоятелно Божието Слово. Това е много добре. Ты получаешь личное откровение. Получаваш там личното си откровение. Личное видение. Имаш и лично видение. И това получаваш. Но развиваются только твои вертикальные отношения с Богом. Но се развиват само вертикално нагоре твоите взаимоотношения с Бога. Что происходит, когда мы приходим в церковь и слушаем Слово Божие? Какво става, когато дойдем в църквата и всички слушаме Божието Слово? В церкви развиваются горизонтальные взаимоотношения. Ето започват така наречените хоризонтални взаимоотношения тук в църквата. Мы вместе получаем одно видение. И заедно събрани ние получаваме своето видение. У нас развивается единомыслие, Библия так говорит. И се получава тази красива думичка единомислие, както е в Словото Божие. Апостол Павел пишет: «Будьте единомысленны между собой». И както и апостол Павел пише: «Бъдете единомислени». Для того, чтобы развивать единомыслие, надо слушать и разбирать Слово Божие вместе. За да развиваме това единомислие, трябва и заедно да обсъждаме Божието Слово, да го слушаме. Амин. И, наконец, молитва. И в края на молитвата. Конечно, Иисус Христос призывает также нас молиться в тайной комнате, чтобы никто не знал. Иисус Христос има този призив към нас, да бъдем в тайната си стаечка и никой да не знае за това. И Бог, видя тайны, Он воздает каждому из нас лично, явно. Да, и както казвам, там сме затворени в тайната стаичка, но Той всичкото това го дава наяве. Но, опять же, развиваются только вертикальные взаимоотношения. И отново да повторим, че се развиват така наречените вертикални взаимоотношения. Но что происходит, когда мы вместе молимся? И хайде пак да се върнем на това, когато сме заедно и когато заедно се молим. Самые мощные пробуждения духовные на земле происходили только после того, когда церковь начинала мощно молиться. И знаем така от духовната практика, че най-силно пробуждение се получава, когато сме заедно в молитва. И прославлять Бога, и пропитываться Божьим Словом, но молитва играла всегда самую главенствующую роль. И да се вдъхновяваме, и да хвалим Бога, и да слушаме Божието Слово,
Но най-силното е всичко, когато сме в единство в молитва, всички заедно. Почему так? Защо е така? Потому что Бог хочет, чтобы между нами развивалась очень мощная сила Святого Духа. Защо е така? Защото Бог иска между нас да се развива тази специфична Божия сила, чтобы да се разширява. Между нами развивалось единство. За да се развива още и единството. Чтобы у всех верующих была, как написано в книге Деяния, одна душа и одно сердце. И както е написано в Деянията, да станем всички една душа. И одно сердце. И едно сърце. Я хочу открыть сейчас послание к Ефесянам, 4 глава. Посланието на Ефесяни, 4 глава. С 10 стиха. От 10 стих нататък. Да, на проекторе уже есть перевод. Имаме вече на екрана българския превод. Нишедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполни все. И он поставил одних, он, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. При действии в свою меру каждого члена посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Через полное единство на тело Христово и через връзките. Каждый из нас имеет большое значение. В това единство всеки един от нас има специално взаимоотношение. Значение. Можете ли вы сказать, что в теле Иисуса Христа какая-то клетка, она не играет никакой роли, никакого значения? Можем ли да кажем сега, че в тялото Христово всеки един член е някаква клетка, която няма голямо значение? Можем ли да кажем така? Конечно же нет, правда? Разбира се, че не може. Това е истината. Каждая клетка имеет колоссальное значение в теле Господне. Всяка клетка в Господа, в тялото Господне има огромно значение. И Бог хочет, чтобы каждая клетка действовала. И Бог иска всяка една клетка да бъде действаща. Библията говорит, при содействии всякого члена. Да се взаимодействат членовете. Всеки член да взаимодейства с останалите. Для того, чтобы созидать лестницу в небо, церковь. Какво е, за да се изгражда тази стълба, за която говорим, че върви към небето. Мы все необходимы. Всичко това е необходимо. Нужны и апостолы, и пророки, и учителя, и пастыря. Нужны са и пророци, и апостоли, и евангелизатори, и пастыри, и учители. Нужны и прославители, молитвенники, организаторы. Трябва и евангелизатори, и прославители също. Хора, които да славят Господа с музика. Нужны домашние церкви. Нужны са и домашните църкви. Потому что на них формируется более тесное общение друг с другом. Защо? Защото там се създават така доста по-близки домашни взаимоотношения. И таким образом мы выстраиваем лестницу в небо. И по този начин така се върви към небето по стълбата. Следующее место, которое я хочу открыть, это также послание к Ефесянам, 5 глава. Сега да отворим Словото Божие на Ефесяни, 5 глава. С 3 стиха. От 3 стих нататък. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе.
Поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах вашим Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Аминь. Аминь. Слава нашему Богу. Славу-то. И мы можем сказать о том, что вот мы собираемся, что-то, группа прославления выходит, поют какие-то радостные песни, кто-то танцует, кто-то пляшет. Может быть, это вообще Богу не нужно? И така, като погледнем сега на дейността на прославението, хубавите, радостните песни, може би и танците, с които се покланяме, може би всичкото това не е нужно. Но Библия говорит о том, что это необходимая часть. Но какво казва Словото Божие? Че това е една част, която е необходима за тялото Христово. 19 стих говорит о том, что во время песнопения и хвалы мы созидаемся. Мы назидаемся и созидаемся. Да, а какво казва Словото? Че по времето на песните, на хвалението, ние созидаваме, т.е. изграждаме себе си. А, то есть приходит сила, приходит созидание, приходит сверхъестественная мудрость, слово знание. Идват ти дарбите на духа, слово на знание, слово на мъдрост и така, по този начин ние се изграждаме, назидаваме се. Следующее место, которое я хочу открыть, сегодня первое послание Тимофею, вторая глава. Първо Тимотей е следващото място, което искам да открия. И это уже да отгърна буквално. Про молитвенное служение. Тук е, се отнася за молитвеното служение. Первое послание к Тимофею, вторая глава, с первого стиха. А Първо Тимотея, втора глава, от първия стих нататък. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников веры и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Аминь. Да кажем аминь. Извиняюсь. Здесь Писание призывает нас к молитвам. Есть разные формы молитвы. Прошение, моление, благодарение за всех человеков. Призывает нас молиться за царей, за президентов, за начальствующих, за кмета этого города, всех городов Болгарии, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. И какво виждаме сега тук в Словото? Нещо много важно. Божието Слово ни призовава какво? Към всички форми на молитва. И молитви, и прошения, и всякакви молби. И за какво да се молим? За да има мир в страната, трябва да се молим за правителството, за президенти, за всякакви царски особи и така нататък. Защо? За да има мир, за да има мир и спокойствие на местата, където живеем. Сегодня я хотел обозначить, почему именно молитва играет такую колоссальную роль. А днес искам да наблегна на това, защо именно такава главна роля играе молитвата. Я хочу сказать, что важнее прославление. Аз, например, мога да кажа, че е по-важно хвалението. Важнее Слово Божие.
мога да кажа, че и Божието Слово е по-важно. Важнее от учений. Даже по-важно е от самото поучение. И от других служений. Даже и други служения, бих казал. Знаете, на этой неделе я размышлял вообще смысл жизни человека. Знаете ли, през тази седмица имах доста така солидни размишления върху това, какво е смисъла на човешкия живот. Вы знаете, в чем смысл вашей жизни? Знаете ли, в какво се състои смисъла на вашия живот? Конечно, мы можем приводить много примеров, и каждый приведет свои доводы. Разбира се, че може всякакви примери, и всеки един отделно от нас може да каже своя пример. Но на этой неделе я получил такое свежее и мощное откровение. Но тази седмица откровението и свежото откровение, което получих, беше изумително. И с другой стороны, оно очень простое, и просто все стало настолько понятно. И в същото време, колкото беше изумително, то беше и толкова просто. Бог открыл, что основное предназначение человека... И Бог ми откри, че едно от предназначението на човека... Да. Немножко пауза. Да, очакваме сега да разберем. Напрегнато очакване. Вы знаете вообще, для чего Бог создавал человека? Да, ви знаете, разбира се, за какво е създаден човека, да? Может быть, еще более точный вопрос. Знаете ли вы, для кого Бог создавал человека? И по-точно да кажем, за какво създаде Бог човека? За какво? За кого? Здесь ответ. Бог создавал человека для себя самого. Да, Бог создаде човек за самия себе си. Бог создал человека для общения с ним. Бог создаде човека, за да общува с него и човек с него. Произнесу смелую мысль. Бог создал человека для того, чтобы иметь с ним равные взаимоотношения. Равные взаимоотношения. И ще бъда така твърде смел, ще бъда в моите разсъждения, че той създаде човека, за да бъде на едно ниво на общение с него. Можете сказать на это амин? Можете ли да кажете на това амин? Как вы думаете, это правда? Как мислите, това истина ли е? Кто-то не может в это поверить. Ну-ка, не, это не может быть. Разбира се, че някой няма да повярват. Но это так, это правда. Но това е така, това е истина. Писание говорит о том, что даже ангелы не могли проникнуть. И сегодня они не могут проникнуть в общение между Богом и человеком. Даже ангелите днес знаем, че това е като тайна за тях. Те не могат да проникнат в това взаимоотношение между Бога и между човека. Бог за тях поставил, е непонятно, непонятно. Бог поставил человека над ангелами, над архангелами, над херувимами, над серафимами, над силами, над воинствами небесными. И какво разбираме, че Бог създаде човека и над ангелите, и над архангелите, и над серафимите, и над всичките там небесни власти. Ну что произошло? И какво проистече от това? Человек это утерял. Човек всичкото това какво? Ами загуби го. Один из херувимов позавидовал. Един от серафимите какво завидя, прояви се. Херувимов, не серафимов. Да. Он был херувим, осеняющим. Малка поправка, да. Херувим. Херувим, да. Позавидовал, и завистью дьявола вошла в этот мир смерть. Так написано в Писании. И через, именно через него влезли смерти в света. Он захотел просто, он от начала написано был, человека-убийца, он захотел убить человека. Още в началото пише в словото, че той поиска да убие човека. Захотел отделить человека от Бога. Искаше да отдели човека от Бога. Через ложь, через неправду. Чрез лъжа, чрез неправди, неистини. И после того, как человек согрешил, он отпал от Бога. И още по-късно човек пък като съгреши, наистина отпадна от Бога. И познал, что такое духовная смерть, и был выгнан из рая. Той разбра какво е това смърт и какво беше изгонен от рая, от Едемската градина. И он стал человеком смертным. Адам умер. И какво стана човек, стана смъртен. А до этого он был вечным. У него не было края. А до този момент той беше вечен. Да, то есть Бог создал изначально человека для вечности. И знаем пак от словото, че Бог, въпреки това, беше създаден за вечността, за вечни времена.
Я хочу сегодня открыть еще одно место, послание к филиппийцам, последнее место сегодня. А сега да отворим на книгата на, на Филиппиани. Вторая глава. Вторая глава. С пятого, с шестого стихи. Да, пятый и шестый стих. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. И это все. Аминь. Иисус Христос не был создан по образу. Иисус Христос – это не творение. Иисус Христос не создан по образу, по някакъв образ. Он и есть образ Божий. Той не творение, той Бог. Он есть образ Бога живого. Да, но той образ на живия Бог. Он есть Божье Слово, которое не имеет ни начала, ни конца. То есть Божье то Слово, которое не имеет ни начала, ни конца. Който няма ни то начало, ни то край. И сущность Божьего Слова есть сам Бог. И същността на, на Иисусе, същността на самия Бог. Это вторая ипостась Бога Всемогущего. Вторая ипостась. Божье Слово, да. Вторая ипостась. То есть Божье то Слово, така второто... Вторая функция на Бога. И это место говорит о том, что Иисус Христос не почитает хищением, то есть это не украдено, это не есть что-то, что Иисус Христос позаимствовал. А това не можем да наречем, че е така измислено или откраднато от някъде, или пък е взаимствено от някъде. Иисус Христос равен Богу. Иисус равен. Христос е равен на Бога, на една линия. Он есть часть Бога живого. Той е част от живия Бог. Он есть Слово Бога живого. Той е и живото Божие Слово. Потому что Бог, Он тоже Бог трехчастный. Защото Бог знаем, че Той се състои от три части. Есть Бог, есть Божие Слово, есть Дух Святой. Има Бог, има Божие Слово, има и Бог, Святи Дух. И это все один Бог. И всичкото това е едно Божество. Поэтому мы верим в то, что Бог единый. Ето защо ние вярваме, че Бог е един. И смотрите, что происходит. Хайде сега да видим, какво произлиза от това. Когда по милости Божией мы приходим к Богу и получаем прощение через жертву Иисуса Христа. И когато поради милостта на Бога ние отиваме при Него и получаваме опрощение на греховете, как? Чрез Неговата свята жертва на кръста. Мы становимся телом Иисуса Христа. Ние ставаме тяло на Исус Христос. Мы становимся Церковью Иисуса Христа, Его невестой. Не ставами, как тут церковь, такая невеста на Иисус Христос. И во Христе Иисусе мы становимся равными Богу. И не через именно това, в Иисус Христос ставами равни на Бога. И имеем дерзновение, написано, входить во святая святых Богу Отцу. И какво имаме? Имаме дерзостта да влизаме во святая святых. Вам что-то начинает открываться? Какво... Мислите ли върху това, което говорим? Это и есть сила молитвы. И това всичкото става чрез силата на молитвата. Общение во святая святых и есть сила молитвы. Именно там, во святая святых, е силата на молитвата. Нам всем нужно поверить о том, что мы сегодня имеем доступ общаться с Богом на равных во Христе Иисусе. И ние трябва да проумеем това. Че днес ние чрез молитвата имаме права да бъдем на една линия в, да, в еднозначение с, Иисус, с Бога. И потом, наполнившись от Него, возвращаться на эту землю и просто являть Его силу, Его божество, Его власть, Его любовь. И така като чрез тази молитва ние се препълваме буквално, ние се извисяваме и връщайки се на земята, от нас започва да се проявява Неговата сила, Неговата мъдрост и Неговото действие. Що вернул нам Исус Христос? Що вернул нам Исус Христос? И какво всъщност, какво ни върна Исус Христос? Исус Христос навернул общение с Богом. Самое невероятное общение. Ето отново Исус Христос връща нашето взаимоотношение с Бога. И я верю в то, что Бог хочет, чтобы каждый из нас пережил сладость, сладость общения с Ним. Я съм повече от уверен, че Исус Христос иска да почувстваме, да узнаем, да опитаме
точно тази сладост на общение. Нам в это надо поверить. В това трябва да повярваме, за да го изпълним. Мы сейчас плавно будем переходить к трапезе Господней. Ние днеска ще вземем Господна трапеза. И переход у нас он будет такой, то, что я проповедовал в прошлое воскресенье. И прехода какъв ще бъде? Това, което предната неделя, предната служба проповядвах. Я говорил о том, что мы, как люди, не можем любить Бога всем сердцем, всем разумом, всей крепостью, всей силой своей. И помните ли какво проповядвах там, че ние като хора обикновени не можем да обичаме Бога с всичката си сила? Защо? По-человечески это невозможно. Невозможно и по-човечки. Потому что по-любому мы о чем-то думаем, какие-то чувства приходят, эмоции, желания. Ами такива ние сме раздвоени, то чувства, то някакви емоции се идват, те ни разконцентрируват, раздвояват не. Вот эта возможность любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, она возможна нам, и она нам возвращена только во Христе Иисусе. И ето това да обичаме Бог с всичката си сила там, с всичката си, с цялото това усърдие, сега е възстановено. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что мы имеем разум Христов. Защо е възстановено? Защото се казва, че ние вече имаме Христовият разум, Христовият ум. Только что мы прочитали, что мы имеем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Ние имаме всичките тези чувства, които са в тялото в Исус Христос. И мы познали, что есть воля благая, угодная и совершенная. И вече какво знаем, каква е Неговата добра воля в Него. Поэтому я сейчас просто подвожу к концу мою сегодняшнюю проповедь. Моята проповед, днешната проповед върви вече към своя край. С чего мы начинали? Церковь Иисуса Христа – это открытая лестница в небо. И хайде да си спомним началото на проповедта. Какво беше, че ние вървим по тази открита нагоре стълба към Исус Христос, към небето. И в церкви мы формируем вертикальные и горизонтальные взаимоотношения. И какво още така говорихме? За вертикалните, после за хоризонталните взаимоотношения. И по этой лестнице другие люди, наши близкие, наши родные могут подниматься в открытое небо. И не само ние, но и нашите близки, нашите роднини, за които ние сме се молили, те също вървят по тази стълба. Во втором послании Петра мы в конце будем провозглашать один стих, который говорит о том, что как мы формируем и как мы постепенно открываем небеса. И во второ Петрово ще разискваме това, как по тази стълба ни вървим нагоре към Исус Христос. Но сегодня я в большей степени о молитве. Но днес повече искам да наблегна върху молитвата. Въпрос идва за молитвата. Мне было сегодня важно донести до вас мысль сила молитвы. Искам днес да донеса до всеки един от вас, какво представлява силата на молитвата. Важность молитвы. Важността на молитвата. Потому что в Церкви Божией мы, в принципе, без молитвы не можем делать ничего. Защото в Божията църква без молитва, без усърдна молитва невъзможно е да просъществуваш. Прославление без молитвы теряет силу. Прославлението, хвалението без молитва е безпредметно. Проповедник без молитвы теряет силу, сила теряет проповедь. Проповедника също губи своята сила без молитва. Служба организации начинает действовать хаотично, если не молится. И всякакви там организации започват да действуют хаотично, пак поради това, че няма молитва. Да. Операторы постоянно сбиваются, потому что мало молятся. Ами оператори и всякакви там помощни средства, всичко буквально блокира, защото няма молитва. И мой призыв сегодня... Давайте мы осознаем глубину молитвы, силу молитвы. Хайди, мой призыв днес е такъв. Да осознаем, да разберем, как да практикуем дълбока молитва, с дълбочина молитва. И будем больше молиться. И да се молим повече. Сейчас у нас происходит выкуп нового здания для церкви. Сега имаме така, напира това да имаме друго здание като църква. Я верю в то, что мы буквально вот на этой, на следующей неделе уже войдем в новое здание. И у нас будет возможность чаще встречаться и молиться. Это я хочу сказать. И аз мисля, че в близките така, седмици ние ще влезем в новото здание. Там ще имаме възможност да се молим.
Я бы хотел, чтобы мы много молились. Аз искам да има много моления, много молитва. Я помню, что когда было пробуждение у нас, и мы очень много молились в Казахстане. Аз помня в Казахстан, когато имаше пробуждение, това винаги го свързвах с многото молитва, която беше там. Потому что мы пережили первую любовь от Иисуса Христа. Защо беше така? Защото точно тази, това нещо, което се случваше, беше първата любов. Това е първата любов. Нас никто не принуждал, не заставлял молиться. Никой не ни накараше или принуждаваше да правим това. Той идваше вътрешно от само себе си. Я вспоминаю, как мы один раз встали на ночную молитву и молили всю ночь. Я спомням веднъж, как решихме да останем и да се молим цяла нощ. И мы молились целую ночь до утра. И ние се молихме до сутринта. Цяла нощ се молихме. Я думаю, что мы вылетали с этой молитвенной комнаты, как ангелы. Я смысла, че летяхме направо, като ангели из цялата тази, това здание, тази стая, голяма стая. Такая легкость была, окрыление. Такава ликота не изпълваше. Поэтому давайте будем больше молиться, друзья. Хайде, приятели, да се молим повечко. Ние сме призвани за това. Мне понравилось, брат Стамен в прошлое воскресенье говорил о молитве. Мен ми хареса, че брат Стамен в миналата неделя той наблегна на този момент за молитвата. Да, это было сильное свидетельство. Това беше едно силно свидетелство. Когда 15 человек приняло решение 2 часа молиться утром и 2 часа молиться вечером. Когато 15, една общност от 15 човека са решили както сутрин, така и вечер да се молят по 2 часа. И через какое-то время эта церковь выросла до 1500 человек. И за много кратко време тази църква разраснала на много степени. Давайте помолимся, чтобы Бог дал нам желание молиться. Хайде сега да се помолим това желание за молитва да дойде. Да дойде. Аллилуйя, всемогущий Бог. Всемогущий Боже. Дай нам пережить эту близость с Тобой. Помогни ни да преживеем тази близост с Тебе. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Ти, Иисус. За то, что Ты дал нам такую невероятную привилегию. Че Ти си ни дал тази невероятна привилегия. Через жертву Иисуса Христа. Через жертвата на Иисус Христос. Иметь равное общение с Тобой, Всемогущий. Да имаме равни общения с Тебе. Завеса в храме разорвалась сверху донизу. Раздра се отгоре до долу завесата на храма. И омывшись драгоценной кровью Иисуса Христа, чрез кръвта на Иисус Христос, мы входим прямо сейчас во святая святых. Ни направо и сега не е проблем да влезем в святая святых. Это наше предназначение. Това е нашето предназначение. Это предназначение церкви. Това е предназначението на самата църква. Ты создал церковь для себя самого. Ти създади църквата за самия себе си. Для своей славы. Заради своята слава. Для общения с тобой. За общуване с тебе. Для общения с тобой на равных. За да общуваме наравно с тебе. И в это общение не могут проникнуть ни ангелы, ни архангелы, ни херувимы. И в това общение не може да проникне никой, нито архангели, нито ангели, нито пък друг. И это общение сладостно. И това общение е сладостно. Это слаще любого меда на земле. Това е по-сладко от меда, който имаме тук на земята. Никакой наркотик, никакой допинг никогда не сможет сравниться с той сладостью, которую мы можем получить там, во святая святых. Никакъв опиат, никакъв наркотик не може да се сравни с тази сладост, която имаме в молитва. Люди только пытаются найти какую-то замену этому, но не могут. Затова хората търсят замяна на това, което говорим. Дай нам пережить это прямо сейчас, Иисус. Дай ни сега, Господи, точно сега в този момент да преживеем това, за което говорим. Открывай нам свое сердце. Открий ни сърцето си. Открывай нам то, как ты нас сильно любишь. Открий ни, за да разберем колко много ни обичаш. Открывай нам свой характер. Открий ни своя си характер. Открывай нам самого себя. Самого себя. Открывай нам самого себя. Открий ни самия себе си. Мы молились во имя
нашего Господа Иисуса Христа. Ние се молихме в името на нашия Господ Иисус Христос. Во имя Отца и Сина и Святого Духа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Если согласны, скажите аминь. И ако сте согласни, нека да кажем аминь.